Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Bridge Constructor Portal. Так, ну и на очереди 48 уровень. Мы приближаемся к финалу. К финалу, давайте подумаем, что нам тут надо. Значит, машина выезжает отсюда. Куда она поедет? Три пути, да? Голубой. Синий. Голубой, синий, красный. Нам надо, чтобы она проехала через кнопочку на голубом. То есть вот так она выйдет. Из голубого в синий. Да? Или сразу в красный. Нафиг там синий. Ну ладно, допустим. В голубой, потом в синий. Из синего в красный. Из красного она вылетит сюда. Пролетит зеленый. Ну и что, она же не долетит до фиолетового. Или долетит? Ну, тут на самом деле фиг его знает. Ладно, давайте строить. Походу разберемся. Надо еще понять, что вот с этими кнопками делать. Но тут понятно. Ее надо... Ее, наверное, надо направить сюда. Да. Угу. Слушайте. Так, ладно. А ну-ка. Нет, это все фигово. Это все фигово держится. Это надо как-нибудь закрепить. Да. Чтобы оно не болталось, я думаю. А чё там? Ещё раз. А, нам надо сбить этот куб, слушайте. Нам надо его сбить. А тут оно... Ага. А как это сделать? А тут нам надо, чтобы ты не полетел. Понятно. Блин, интересный уровень, ладно. Так, построить. Значит. Давай как-то так. Как-то так. И как-то... Наверное... Вот так вот. Оп. 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 Так, вот тут будет проход у нас. И можно вот так, наверное, сделать. Так, а ну-ка. Блин. Надо это... Как-то закрепить все. То не дело, что она катается. Так, ладно.
Проверим. Ой-ё. Вот тут вот. Жестко. Жестко. Вот так вот. Он нажал кнопку. Что сейчас произошло? Так, еще раз. Меня интересует вот этот куб, который тут падает. По большей степени. Ага. Только мы немножко не попали. Отлично. Отлично, с этим разобрались. Так, теперь что меня тут не устраивает? Меня не устраивает то, что он так прыгает, блин. Жестко. Он должен делать это плавнее. Вот так вот. Прыжки нам не нужны. Значит, теперь... Теперь... Нам надо Ладно, допустим, вот так вот. Пожалуйста, соедините. Тут не надо. Тут, пожалуйста, мне. Вот так вот все. Угу. Так вот тут вот. Жесткость прибавить. Поехали, посмотрим. Давай, красава. Так. С этой фигней проблему мы решили. Давайте думать, что нам с тобой делать. Говна кусок. Так. Нам ее куда нужно? Нам на самом деле... Блин. Нам ее нужно закинуть вот сюда. Вон она чё. От нас хотят. Ну-ка. Эх. Еще. Блин. Вот ведь важно. Эх. Что-то как-то оно... Не как мне нужно. Вылетает. Блин, а еще то, что тут качается, это все можно как-нибудь закрепить, а? Пусть.
Да хорош. Ниже лети. Так, а если мы вот так вот сделаем? Даже как-нибудь вот так вот. Хорошо, а если вот так вот? Ну а если еще ниже? О! А ну-ка! Эх! Блин. Ладно, допустим. Допустим. Блин, ну что так тупо? О, отлично. Так, теперь тут надо как-нибудь... Как-нибудь так, что ли, я не знаю. Ты давай. О. Втяг. Ты давай не мудри. Блин. А, ну так не получится, да? То есть оно прилетает сверху. Зараза. Ладно, если как-нибудь так. А, или может быть как-нибудь снизу можно. Это все. А ну-ка, тест. Блин. Это не надо уже. Тест. Сейчас мы найдем нужную позицию. Опа! Чётенько. Так, теперь что? Поехали, посмотрим, как оно у нас все грамотно летит. Все, там все четко. Тут эти кубики. Ай, блин! Ай, блин! Зараза! Лысая ты шняга. Да ну нафиг! Слушай, так тоже неплохо. Ладно. Да блин! Сучка. Да говно. Ты делаешь? Блин, ну чё она задевает? И как я тут должен? Со всей этой лажей разбираться. О. Так. Теперь надо тут как-нибудь заманить. Да блин. Ну
Скотина. Неужели так трудно попасть? Не, вот ты мразь. Я все равно найду точку. Вот оно! Отлично. Нашли. Ништяк. Отлично. Так, спокойно. Но тут уже тупо мост надо настроить, да? Вот, без особых напрягов, скажем так. Ну, я думаю, вот так вот даже будет достаточно, наверное. Поехали. Все, победная. Ну, наверняка. Блин, а я не думал, что он так взлетит. Ой-ё. Так, это победная, нам надо... вот с этим что-то сделать. Притом я не хочу его вот к этой цеплять. Потому что она может сдвинуть как-то. Хотя, по идее, тут же шар пролетает и все, так что нормально. Он же быстрее пролетит. Правильно. Правильно. Так, ладно. Сейчас укрепим. Не паникуем. Давайте посмотрим, как полетит колонна. Ой, хорошо. Пересекается. Нет, самое главное. Блять, вот этот шарик. Да. Да слушай, шарик. Какого хрена? Что тут произошло, я не понял. Внимательно наблюдаем. Почему ты не долетел? Понятно. За этой хрени ты не долетел. Гадина. Так и знал. Что-нибудь сдвинется. Я кубик. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А как же? Зараза. Ты не залупа. Кстати, так даже она как-то крепче, что ли. А, я угол. Блин, надо было угол немного по-другому взять, тогда вообще ничего не сломалось. Вот, надо было, чтобы он приземлялся вот так вот. Ну ладно. Мы в любом случае прошли. Ой, мать его, налево. Опять мудрить, опять колдовать. Город турелей, да ну нафиг. Мы уже проходили эти волны турелей. А... были не турели, а эти шары.
Шары. Не, ну капец. Опять сидеть думать. Ладно, допустим. Вот мы выезжаем, попадаем... Куда? Ну, допустим, желтый, да? Попадаем в желтый туннель. Желтого. Ну, например, в красный. Из красного в голубой. Из голубого в синий. Проезжаемся по этой турельке, нажимаем кнопку. Из синего в зеленый. Чё тут из зеленого? Выезжаем. Попадаем сюда. Сюда. Попадаем сюда. А как же нам открыть тебя? Ага. Ладно, сложно, но более-менее, что от нас требуется, я понял. Ладно. Давайте. Ну. Вот как-нибудь так, например, да? Как-нибудь. Как-нибудь так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Нам надо приземлиться к желтому. Да блин. Ну ладно. Я думаю, вот так вот сделаем. Так. Что мне там все? О, ладно. Тут, наверное, опустить бы. Значит, из желтого мы попадем сюда. Потом в красный. Значит, из красного давайте сразу поставим дорожку. Так вот. Блин, что ж ты не дотягиваешься? Ну ладно. Тут сделаем вот так, в принципе. Так, все, убрал эти уведомления, которые меня бесит. Так вот. Значит, отсюда. Отсюда ты должен сопрыгнуть. Чувак. И как-то даже перепрыгнуть. Ну и примерно как-то так. Эх. Куда? Ага. Так вот можно. Ну, в принципе, неплохо. А ну-ка, как оно проезжает вообще? Да. В принципе, тут все проезжает. Значит, теперь что касается с этим всем. Так, он будет ехать желтый, потом красный, голубой, синий. Ага, из синего, в принципе. В принципе, можно сразу поставить дорогу и от нее уже плясать в дудку. Как-то примерно так это сделать.
Да? А тут вот так вот, например. Так, как оно? Ну, блин, фиговенько, конечно. Ну ладно, это ничего страшного. Тут мы что-нибудь сейчас придумаем. Так вот можно. Так вот можно. Так, и тут надо подход делать. Вот такой вот. Даже вот такой, наверное. Болтаться это, по идее, не должно. А что я не могу? Почему? Вот так вот. По идее, болтаться не должно. Должно все держаться. Так, тест. Ну, в принципе, держится. С этой площадкой разобрались. Он едет из... куда? В желтого, попадает в красный. Из красного попадает в голубой. Давайте протестим, как оно на деле. В словах все неплохо. Отлично. Летай. Эх, чувак. Тебе побыстрее. Тебе вот тут не тормозить. А ну-ка, вот так, если... А какого фига? Я ж не менял. А, видимо. I don't hate you. Так, слушайте, мне не нравится, как он тут. Присаживается. Critical error. О! Хорош. Так, теперь что касается тебя. Ну тут все просто. Тут все просто. Нам нужно... Что нам надо? Нам надо поставить тут дорожку всего-то лишь. Можно вот так вот сделать спокойно вообще. Да? Я думаю, да. Вот так вот. Вот так хорошо. А вот так совсем хорошо. Отлично. Ну, еще вот так вот. Да идеально, ёптить. Давайте смотреть. I don't hate you. А. Malfunctioning. Critical error. I don't hate you. Так, все идеально едет. Единственный вопрос. Единственный вопрос, как тут вот с этим кубиком разбираться. Ну ничего. Ничего, я думаю, мы справимся.
Так, тут, наверное, как-то так надо сделать, да? Я думаю, даже вот так вот мне достаточно этого всего. Ништяк. Так, попадает ли он туда, куда мне нужно? Позвольте узнать. Critical error. Malfunction. Critical error. I don't need to. Я бы сказал, не совсем. Он залетает туда, куда я бы я хотел. О чем мы можем? Чу-чу-чу. Чу-чу. Допустим. Допустим. А чё я не могу? Эх. Тут убрал эту опору. Так, ладно. Что оно все так покатилось? А ну-ка, как оно будет? Critical error. Блин, вот это мне не нравится. Он так malfunctioning. Malfunctioning. Допустим. Блин, я бы хотел на самом деле, чтобы вот эта шняга все-таки ехала, а не перелетала. Так, ладно. С этим вопрос решили. Так, теперь надо как-то тут все это делать. Ладно.
Пустим. Пойдем отсюда. Вот так. Вот так. Блин. Ну и допустим вот так вот. Да? Тем. Тут он взлетит, приземлится сюда. Ладно. Ту-ту. Угу. Так, ну давайте еще это. Так. Так, ладно. Ладно. Теперь, что касается этого куба. Да блин. Надо, чтобы он... Вот сюда съехал. Посмотрим, что из этого сейчас выйдет. Я надеюсь, что получится. I don't hate you. Malfunction. Все идеально, по-моему, да? Давайте запустим колонну. Поглядим, как оно. Блин, ну что тут случилось? А, я понял, что случилось. Вот мне... Я сразу говорил, что мне вот эта хрень не нравится. Поглядите, что из этого вышло. Мне не нравилось, как она проседает. Она просела. Critical error. Все равно так. I don't hate you. Critical error. I don't hate you. Не должно быть людей больших. Malfunction. Сучишь нитки. Что ж вы творите, а? Не, ну нафиг эти нитки такие непрочные. Кто это придумал, блин? Ну и что мне делать прикажете? Тянуть вот так вот? Да, конечно, кто бы сомневался.
конечно, попробую, но... Ну блин! Зараза. Я не знаю, что из этого сейчас получится, но... Поехали, пофигу. Посмотрим. I don't hate you. I don't hate you. I don't hate you. Что там? Вы что, издеваетесь нафиг? Critical error. Malfunction. Critical error. Critical error. I don't hate you. Critical error. Malfunctioning. О. Ну мы уровень-то прошли. Мать его налево. Отлично. Блин, а вроде бы колонна-то небольшая всего. Всего-то 6 машин, а такие проблемы. Опа. 50-й уровень, далеко до дома. Да ладно. В смысле? Это нам нужно сюда переправить. Отсюда сюда. Шар должен вылететь отсюда, кубик попасть сюда, потом этот шар вылететь отсюда, попасть сюда, да ну нафиг. А, нет, шар должен попасть сюда. Ну, кстати, можно сразу и сюда, наверное. Или он не сработает, не знаю. Сюда, кубик вылететь отсюда, да ну. Чего, как сложно. И при всем этом нам еще нужно построить длиннющий мост. Офигеть, ребят. Офигеть. Так, ладно. Давайте попробуем. Давайте это попробуем реализовать. Слушайте, а как тут с нитками дела обстоят, а? Блин, нам бы вот сюда, на самом деле. Пониже можно? Вот пониже, пожалуйста. Да, блин.
Так. Единственное, вот так, естественно, да? Нитку, пожалуйста. Так, и, наверное, надо еще как-то вот тут такой взлетик делать, да? Как по нитке. Ага, вот здесь можно, ну, сдвигаем сюда. Так, допустим. А ну-ка. Ой, блин. Ёптить-боптить, а. Как оно трясется, все мне не нравится. Я хочу несколько по-другому сделать. Еще бы пониже, да? Не опустить. А ну-ка, если так. О, идеально. Идеально, и тут полетели, ладно. А тут надо подхватывать. Ну а чё, на... ну нет. Центральная будет не на нитках, естественно. Вот, но я, пожалуй, буду придерживаться такой же системы. Такой же системы этих ниточек. Так. Угу. Ну-ка. Как оно? Ой, оттуда вообще получается. Не надо ты, чувак. Больно высоко это все делаешь. В том смысле прыгаешь. Нам не нужны прыжки. Вот. Так, ладно. А, тут можно бы еще на самом деле, да, одну. А как оно? По ниткам? Нет, по ниткам. А, ну тогда мы вот так, наверное. Хотя нет. Вот так, наверное. Все, неплохо. Ладно. Значит, тут должен это перелететь. Так, ну на самом деле достаточно высоко взлетает. Тут как-то вот так вот. Вот так. И даже, наверное, вот так. Так забыл центральный этот провести.
Так, а вот этот мы сможем ниткой зацепить? Сможем, отлично. Как оно полетит? Даже слишком хорошо, я бы сказал. Слушайте, раз такое дело, я предлагаю просто поднять. Даже, наверное, еще вот так вот. Все это дело. Ну и тут, соответственно. Должно приземляться плавненько, понимаете? Ехать по всей площади, ну, максимально. Опа. Это я тут, походу, переборщил, да? Как-то они, колеса немножечко не в той плоскости оказались. Вот, вот, видите, плавно. Вот тут нифига не плавно. Сейчас мы это исправим, естественно. Теперь плавно. Так. А вот тут? Да пофигу. Сломалось и сломалось. Вот тут вот. Он у нас полетит. Да. Значит, тут место полета. Ну, где-то вот так вот, да? И тут уже надо его подводить в самый верх. Господа. Самый верх. Самые верха. Так, что по центральному этому? Ну, в принципе, нормально. Нормально. И вот тут последний взлет. Посмотрим. Да фиг ли ты? Ты ж долетал. Всегда. Что за хрень? Давай вот так вот. Тут же ножки всегда все. Не, что за нафиг? Давай. Как было. Хрена ты врезался, ты никогда здесь не врезался. И тут ты не так ехал, ты твою налево. Что случилось? С этой шляпой. Блять, да чё произошло-то? Отлично. Эх, ну ничего, нормуй. Так. Пол дела сделано. Нормально, нормально.
Так, теперь давайте с этими кубиками разберемся. Тут панит. Вот этот шарик нам нужно... Нам нужно направить. Ну ладно. Я думаю, мы его и направим. Еще. Да, хорош. Так, давайте тут... Потихонечку. А, ну тут, в принципе, нам вниз ехать. Вниз полегче. Вниз полегче. Ладно, я предлагаю таким же макаром. Наверное. Да. Вот как-то так. Эх ты. Ну ладно, может. А, ну вот так вот. В принципе, неплохо будет. Так. Давайте это как-то усиливать. Как-то так. Эх, ты еще не качался, дружище. Куда ты поплыл? Иди ко мне. Так. Так. Так, 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 так. 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 Блин, вот эти... Вот эта конструкция мне не нравится. Совершенно. Ой, блин. Слушайте, а если... Так, чисто. А тут еще, например. О, слушайте, они плохо чисто на нитках. Пизда, прямо
Во-первых, почему тут пропал этот? Во-вторых, все-таки мне не нравится. Как оно реализовано тут? Как ни крути. Продолжаем испытание. Хорошо. Хорошо. Так, давайте, наверное... Ну, где-то тут, да? Где-то тут. Как-то так. Как-то вот так. На нитках. Блин. Да чтоб тебе. Фак. Вот как-нибудь вот так вот. Так вот. Сейчас мы все сделаем. Ага. Все. О. Проверяем. Отлично. Блин, серия долгая какая получается. Я думаю, этот уровень на самом деле быстренько пройдем. А он долгий оказался, ладно. Давайте тогда сразу две, что ли, протянем. Ну и тут, в принципе, уже... Уже все. Так. Ты. Теперь нитки. Да чтоб тебе. Что он так все?
Так, теперь с тобой. Ладно, хоть так. Так. Ну и вот так вот. Допустим, да? Теперь с тобой. Так. 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 Ну и так, например. Поехали, посмотрим. Если все получится, будет отлично. Да фига ли? Слушай, я не понимаю, почему тут. Ладно, вот так. Теперь давайте разберемся, значит, отсюда сюда, отсюда туда. Тут все, в принципе, мне понятно. Вот с этим. Вот, что нужно сделать с этим? Его нужно направить. Направить нужно вот сюда. Ну нифига, да? О, скотина. Сейчас сидеть угол этот подбирать. Сам. А от чего кнопка первая? Сама влетает. Ну это походу надолго. Ладно, сейчас не получится, ставлю на паузу. Вот, вымеряю сам уже. Вот, потому что это может очень долго затягиваться. Я уже говорил, что с этими миллиметрами. Мне вот интересно, если этот шарик нажмет кнопку сразу. Что будет?
Вот, давайте поставлю на паузу, как все сделаю и продолжу. Так, продолжаем. Все-таки я все сделал. Вот. Сейчас протестим, как оно с транспортом будет у нас работать. Ну, по тесту все срабатывало, по крайней мере, у меня. Вот, он тут не совсем ровно прилетает, но тем не менее засчитывается. И кубик успевает. И отлично. Теперь, я думаю, всех волнует вопрос, что будет, если поедет колонна. Блин, главное, чтобы она не слишком часто. Вот, по одной машинке на эти. Сука, ну ёбаный в рот, ну что ж такое? А, это сейчас же мне придется со всей этой фигней, чтобы оно не совпадало никак. Да ну нафиг, ну вот этот куб тебе надо именно с... Говно, а? Ну скотина, ну блин, ну ёптить. И что мне, замедлять его? Наверное, замедлять как-то надо. Как-то замедлять, блин. Вот это сейчас опять сдвинь на миллиметр сюда, сдвинь на миллиметр туда. Чтобы оно не попало, оно, блин, все равно попадет. Мрази, ну кто это придумал, блин, ну что это за адская система такая? Ай, просто какой-то беспредел. Я не знаю, может быть, вот таким он будет медленно ехать. Да. Едет, конечно, медленно, но... Чё-то больно слишком медленно. Я все идеально старался сделать, но это хрень. Опять ставлю на паузу, вымеряю все эти миллиметры. Забавно, кстати, смотреть, как это работает. Только ты удержалась, моя родная. Ну ладно. Все, сейчас. Сейчас ставлю на паузу и потом продолжу. Так, мы продолжаем. Вы просто не представляете, как я замучился. Я тут. Я просто этот уровень, это какой-то. Это я вообще не знаю, что такое.
Описываю всю суть проблемы. Ну, во-первых, я тут... Вот тут, по-моему... В общем, где-то я разрушил вот такую металлическую... Но это... Я вам просто так описываю, что тут... Я переделывал. Вот, сместил вот эту штуку ниже. Потому что не всегда, блин, непонятно почему, по каким обстоятельствам она то, ну, срабатывает, то не срабатывает. В общем, пришлось ее сместить вниз. Самая большая проблема в том, что какая-то, блин, седьмая или там... Ну, в общем, неважно, какая-то машина это, из середины бывает, то рвет резинку тут, то рвет резинку тут, то еще что-нибудь не долетает, то резается куда-нибудь тут, ну, не допрыгивает, то врезается, то, блин, проваливается, в общем. И вот так вот на каждой этой, и так вот каждый раз, и вроде бы ты ничего даже не менял вот на этой конструкции, поправил вот тут, например, миллиметр. И тут уже оно не долетает, или рвется резинка здесь ни с того ни с сего, когда в прошлый раз здесь нормально проезжало, ты думаешь, ну все, вот тут все нормально проехало, вот тут вот оно не допрыгивает, допустим, да? Ты правишь тут, и оно начинает вот тут где-нибудь рваться или еще что-нибудь. В общем, это пиздец. И вот так вот с каждой этой. В общем, вроде бы сейчас все нормально, но я боюсь. Ну, я, в смысле, уже прогонял этот уровень. Вот, ну, не доехав только одной машиной, вот, остановив производство где-то вот здесь. В итоге. Вот, но так они у меня все доезжали. Я боюсь, сейчас что-нибудь порвется или сломается, не дай бог. Вот, хотя до этого все у меня нормально было. Вроде бы сейчас они едут более-менее. Просто это такое этот. Я не понимаю, что с ними не так. Ну ладно, я понимаю, там под тяжестью они рвутся, да. Но, блин, тут везде одна машина едет по одной платформе. Я вообще тогда не понимаю. Они просто из раза в раз, непонятно от чего и непонятно почему. Давайте я нажму завершить, это какой-то трындец. В общем, все, этот уровень, этот выпуск я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик, контакты, ссылочки есть в описании. Ссылка на полис данной игры, также на остальные полисы будет в описании. Ну а с вами был Чумной Психиатр. Всем до встречи в следующих сериях. Всем пока.